Пошли, что стоишь? Пошли, я тебе покажу хороший вариант. Пошли. Покажи, что такое комбайн. Ну как тебе? Нравится? Нравится, да? Мне тоже нравится. Надо спросить еще у подписчиков, что они об этом думают. И у клиента, самое главное. Все, ребятушки, я уже во Франции. Доехал до нашего вариантика. Нахожусь в Гренобле за Лионом. Юг Франции. Это у нас Эска 660-е. 14-го года. Наработка 1400 на 2300 часов. Сейчас мы чуть подоткроем, посмотрим. Наберем клиентика и будем принимать решение. Понятно. Так, это первый хозяин, 10 лет он ему владеет. Что это такое, видишь? Оно очень гладкое. Я ничего там не вижу. Ну, стёрт одинаковое по пальце. Один палец. И это ровное. Соя с кукурузой в перемешку. Качаном лежит.
фермер выгоняет трактора, начался рабочий день. Так, ну а мы тут смотрим эску. Ну тут все в огнях. Посмотрите. Я сейчас скинул фотографию щупа, мотора клиенту. Вот есть у нас потек. Щуп, не знаю, комбайн сильно под наклоном стоит. Я отправил на нижнем уровне масло. Сейчас клиент смотрит с механизатором. Масло где-то гидростатик. Он сейчас посмотрит. Тут вообще нет ни одной ржавчинки. Оп, добрый вечер. На мини у меня хвостайка. Это что у нас такое? Лестница так закрывает. Лестница она не закрывает. Французская земля. Блин, тут земли.
Так, надо будет его хорошо отмыть. Очень много мыть. Цепочка гуляет чуть-чуть. Так, он на тряпке. Тут чехольчик у нас одетый. Дундировский. Маленький монитор. Над джойстиком чуть издевались. Кнопки целые, тут резинка погрызенная. Камера заднего вида на шнеке. Вот. У нас есть проблемка. Короче, ребят, первый хозяин, вот его ферма, 10 лет не владеет, 230 гектаров земли. Говорит, пошли, я кое-что покажу. Что он хочет показать, не знаю, жатку. Сейчас мы его прокрутим. Прокрутим. Я сниму видео. Какая там крупорушка мельница. Как же без куина во Франции? You want to sell this? Yeah. 7200. 36 метров, говорит, продаю. Помпы нету, помпу надо ремонтировать, дорого. Окей. Okay. Okay. And 36 meters. And it is perfect. We just stopped it because of the pump. Все перфект. 10-й год. Океан. Elevators. Okay. Yeah. You know everything? Okay. Говорит, что заказал S. А, окей. Заказал S770 на гусеница. Будет использовать гусеницы, потому что очень много влаги. Вон там, видите, начинаются горы. 100 километров Швейцария. 130 Женева. Угу. Окей. 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 Для пшеницы.
Вот видите, какой запас резины. Три трактора. А вы с хедер? Да, окей. Окей. Да, да, бах. Oui, je vais la chercher. Elle est là-haut. Non, on a ou tu l'amènes? Non, je vais la ramener, parce que il faut que je descende. Ok. Соя стоит на нем. И еще 2300 на 1100. Да. Да, да, да. Где-то сзади выходит назад гул. Гул выходит назад. Есть холодильник с кока-колой. Но он без кожи. Он без кожи. Не совсем. А, ну может быть. Ну, короче, кукуруза есть, книжки есть, полотенца. Ну, давай спрошу сейчас. Я сейчас иду жатку. Ну, вроде бы да. Не похоже, что шатун гуляет, если шатун по другому стер бы. Сейчас я у него спрошу. Чего не включил? О, какая-то проблема вылезла, ошибка. Я включил наклонную камеру. Он сейчас я скину. Да-да, гляньте, что это за ошибка. Вот такая наработка. Зайчик чуть потрепанный. На зайчике ездили постоянно. Когда ты заказал осмотр жатки, смотрите, жатку привезли из соседнего села для тебя, чтобы ты ее только купил. Это сервис. Это уровень. Так, сейчас мы спросим, есть вопросик у нас тут. Так, жатку мне еще не привозили. Я. Флекс. And it is perfect state, huh? Yeah, so perfect. So now we are looking one with a belt. Uh-huh. You know, belt. Instead of this, we are looking for a belt system. Yeah. Ah, okay. That's what we want on the next one, uh-huh. With a belt system. Так, граблины меняем, косу оставляем, пластик меняем. Пластик, большую часть можно поменять. Половину можно оставить.
меняем металлические пальцы у нее. Короче, ремонт жатки требуется. Флекс. Оп. Пошли сюда. Заглушки нет. Тут рамка целая. Бонус для клиента. Коса, не только пятка. Тут все целое. Гитара целая. Я буду рассказывать вам про тележку. Это же французские тележки. Такие тележки только во Франции. По спецзаказу для французских фермеров. Toyota нам не хочет продавать с комбайном. Так, пока клиент думает. Пойду возьму сигаретку и еще раз обойду комбайн. Так, что скажете?